Слава богу. Вы целы? Да. Я, видимо, попала на гололед. А вам куда? В небольшой городок под названием Форест-Ридж. Знаю такой. Идем. И что же привело вас в Форест-Ридж? Здесь живет семья моего старшего брата. Еще увидимся. Да, было бы здорово. Как тебе наш отель? Он просто очаровательный. Будто переносит в прошлое. Застройщики хотят привлечь в город больше денег. Для этого им нужно перестроить отель в модный курорт. Меня зовут Джоэл Шиннон, и моя компания купила отель «Гранд». Я думала, ты милый парень из маленького городка, который, наверное, выглядит круто на лошади. Ты не тот, кем представился. Если узнаешь меня получше, то сама сможешь понять, что я из себя представляю. Хочешь пойти вместе со мной на бал? Если ты не против, то я сделаю все возможное для спасения отеля. Значит, свидание. Разве отелю «Граф» не 100 лет? Значит, это здание – исторический памятник. Нужно доказать, что имело место значимое историческое событие, связанное со зданием. Погружаться в историю – это мое призвание. Если Джоэл осуществит свои планы, я потеряю работу. Я не успокоюсь, пока не найду что-нибудь. Есть вещи поважнее денег. Я думал, ты это знаешь, сын. Нашла что-то интересное? Возможно. Я люблю этот город. Правда. Но как бы я не любил Форест-Ридж, того, чего я хочу от жизни, здесь не найти. Поэтому я уехал. И ты нашел это? С каждым днем я все ближе.